за военные победы и трудовые заслуги. Государственные награды России и Татарстана сегодня вручили в Кремле. Среди награжденных два участника Великой Отечественной и ветераны труда, заслуженные строители, нефтяники, врачи и артисты. В Казани на время чемпионата мира ограничат продажу алкоголя в центре города на территории вокруг стадиона «Казань-Арена», УЖД и автовокзалов. Постановление подписал сегодня премьер-министр республики. Исправительный центр открыли сегодня в Казани. Он рассчитан на 150 мужчин и 50 женщин. Такой вид наказания – альтернатива лишению свободы, если человек впервые совершает тяжкое преступление.